Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем в одну из точек версий, точнее, игры.io, да, знаете, это, в принципе, версия нестандартная, начиная с червяка, да, и потом погнали, поехали и так далее. Тут я посмотрел в описании, в принципе, да и даже по скрину, наверное, даже не в описании, а по скринам, что эта игра... Типа Play Doh Battleground, только точки. Я, в принципе, не верю, конечно, этому. Ну, давайте посмотрим. Типа уж как бы зачем делать, ух ты, такую игру на такой платформе, такой версии игры, точка .io. Почему-то мне всегда тяжело проговаривать эти всякие согласные, гласные. Так, это у нас что? Лыв. Я, короче, лыв, и я почему-то один. Юх. Ну, сейчас, наверное, один. Я надеюсь, придут игроки, я, типа, это... Смогу с кем поиграть, но относительно того, что сколько здесь играет игроков... Шуф, лайф, 10. Сразу, смотри, 10 человек. Последнюю секунду. Так, мне нужно куда? Вообще не понимаю, чё он тут плывет куда-то. Да блин, что за фигня, что я не могу взять? А, ну в принципе это стресс бьется так. Давай-ка, давай-ка. Воу! А, типа нужно... Ох ты, нифига. И у нас типа... Только я не понимаю, как это может связано с Play Now Battleground вообще. А, нет. Типа берешь оружие, ну, ох ты, надо, я застрял, надо забрать оружие, вон, может быть то оружие, давай, 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 это оружие? Да блин, это не оружие, блин, я думал это оружие, что наделся-то? Ладно, чух, какая-то фигня, а, типа реактивная фигня, конечно. Нет, давай забираем. О, ракетница. Такая фигня. О, вот тут даже это есть. Уху! Так, ребятушки. У меня есть к вам одна... Промахнулся. Так, ладно, энергетик что-то. Воу! Воу! Вот это я рванул. Так, тихо, это гранат. А, взорвемся, я взорвусь, если не... А. Так, тихо, 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 тихо. У нас, типа, это... Блин, ну так ты... Какая-то фигня, я вообще не понимаю. Вау, вау, вау. Ой, я маленький какой-то. Это временно, что ли? Ух. Давай мячик. А, нет. О, ой, дыра, черная дыра. Черная дыра. Нет, я в черную дыру падаю. Да что за фигня? Ребят, ловите. Сука. Чё за бред? Боже. Чё это такое? Ладно, была черная дыра, фиг с ним. Это что такое? Ну, кому-нибудь вообще, ну, как бы это... О, какой здоровый мужик. Боже мой, я не знаю, как тут вообще мы можем друг друга поубивать, я даже никого не вижу. Плавающие люди. А, давай, 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 давай. Давай, лови, братух. Ладно, я так понял, что я опять засасываюсь. О! Нет! 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 Давай, братуха! Нет! Я все, ушел.
Главное, я вылетел просто сам. Даже здесь рекламка. 57 место из 10. Дали какую-то награду. Как в Final Battleground, боже мой. Это левел 23, чувак. Ну, в принципе, ладно. Не знаю, что это за шоп. Покупать какие-то подарок, какая-то фигня, боже мой. Да, блин, ребята, это такой бред, конечно. Ну, сыграем еще раз. Это такой бред. Ну, почему 42 секунды, кстати, я попадаю на 42 секунду. Пацан, 23 уровень, 27 пацаны уровень. Представляешь, насколько они задрот? Я вот сейчас вот поиграл, и то есть даже, ну, там, не получил даже, грубо говоря, первого уровня, второго точнее. Вот такую пищулечку он получил сверху. За то, что я, ну, как бы 7 место из 10, да, ну, полчаса бегал. Представляете, сколько 27 уровень нужно столько сыграть? Боже. Я поэтому говорю, люди не столь. Иногда намного отчаяннее, чем я думаю. Вот, пошли 10 сразу под конец. Нас вместе. Нас связала опасная... И под конец только. Давайте, братухи. Сейчас, давай, давай, это коммент, вот, чё, а, это не то. Мцка. Давай, появляется здесь что-нибудь такое, типа, плаваем. И надо вылезть, короче, если ты вылетаешь, то все, тебе крандец. И на эти нужно. Вон, вон еще. Маленькие опять. Ты могу а нужно было, кстати, эту включить. Вот, вот, понятно. Я что-то забыл, что-то не можешь взять эту морковку. Ой, а теперь наоборот здоровый. Здоровый какой мужик. Вон он, смотри, иди сюда, слышь ты. Тыщ. Че за фигня, я пропустил. О! Это типа это. Бабах. Ой! Фу! Фу, нет! Ну почему я сдыхаю опять? На своей же проблеме какой-то. Нет! Ха-ха-ха! Поняли, да, сутки? Ах, блин, видали, как я вообще прям чуть-чуть промахнулся. Так, вот. Какие ты эти вообще умрешь? Не. А! Иди сюда. Давай, давай. Не, ну, в принципе, ладно. Надо... Тш. Тш. Я выбил его и сам сдох. Ну, в принципе, блин, это реально прикольно. Ну, как прикольная игрушка. Ну, все равно, я не знаю. Надо быть реально каким-то фанатиком, чтобы в нее даже продолжать играть. Но я все-таки надеюсь кого-нибудь там еще побольше вещей найти и не знаю, что-то сделать. Все пытаются как-то спародировать эту игрушку, сделать ее более насыщенной, не оригинальной. Но с учетом того и специфики игры Planet Battleground. Хотя Planet Battleground тоже скопировал. Ее можно сравнить только с того, что она в 2017 году стала популярней. Скоро весь хайп спадет, как в принципе всегда. Давай, 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 брату, 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 брату. Туф. Блин, как он так сделал? Давай, давай, давай. И типа я сейчас это. Отсчка. На тебе.
Тебя догоню. Ох ты! Блин, мячик, мячик, морковка. Что за морковка, блин? Всегда забывает, что здесь... О, уже 9 человек, мы, короче, уже... Ой, морковка какая. Ой, еще выше. Ну, блин, я думаю, может быть, еще больше стану. Энергетика, жрем энергетика, ребятушки. А это, типа, по-моему, меня будет спасать. Я не знаю. Вау. Да, из жопы этот энергетик. Вау, кто-то это. А, нет. Ну, в принципе, а, это, кстати, это взрывное устройство. Я думаю, типа, меня подбрасывает. Так, ребят. А, нет. О, нет. Опять здоровая фигня. Опять буду здоров. А, я... Почему, сука? Ой! Нет! Не надо мне улетать. А, ну можно же это. Жив. Типа восстанавливается. Давай, 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 давай. Вот, маленький стал. Вот, пускай здесь будет. Вот, 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 быстрее, 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 быстрее. Елочка горит. Так, давай, 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 давай. Да блинский. Да я планету бьюсь, ё-моё. Чё такое? Вот ракетница. Нет, дай-ка ракетницу. О, чувак, чувак, чувак. Чувак, чувак. Лови. Протух. Ты застрял на... Блин, как сложно-то? Ага. Оказывается, мячик это так вот влияет. Чё, ехать что хочешь? А, нет. Иди сюда. Давайте. Я главное его вытащил, а сам не могу. Ты иди сюда. Сука. Он с этой, с крестом каким-то. Да-да-да. Блин, еще меньше стал. Нет, нет, нет. Он маленький бегает. Давайте, давайте. Не, ну, в принципе, ладно. Я беру свою на веселуху вообще еще та. Оу, я сразу убил. Представляешь, прям вот с первого раза. Поэтому и сложно убивать, наверное. Так, куда вы тут? Тут батька. Тут батька ходит. А, тут, это же вокруг себя, да. Так, все у нас нормально. 6. Этот одного убил. А, блин. Ладно, ребят, на этом все. Если понравилась игрушка, оставь ссылку в описании. Ну так, знаете, вот после как бы привыкаешь к ней, такой, блин, что-то прикольное в ней есть. Ну, знаете, на любителя все равно. Долго в нее не поиграешь, она потом надоест. Не знаю, до 23 уровня, как вон пацаны, 29, я не знаю, это вообще, мне кажется. Ужас, ужас. На этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.